До Нового года установы культуры Витебска подрыхтовали святочную программу для всей семьи. Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа представить казку «Золотый ключик» по водле пьесы Алексея Толстого. С пригодами Буратино знакомы многие поколения. Этот персонаж и сегодня является одним из самых любимых детских героев. Юных ледачов запрашивают окунуться в интересную историю, а дорослых еще раз вспомнить светлые хвилины дитинства. Премьера казки у Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа отбудется в пятницу 22 снежня. До конца года, после окожного показа спектакля «Золотый ключик», для ледачов будет ладиться новогоднее представление «Каля елки». Мне кажется, дорослым будет вельми цікаво прийти и как бы вспомнить свои молодые годы. Может, как они были молоденькими, как они ходили в этот театр, или, может, просто глядели фильм, как кажут, «Буратино», где и Мальвина, и все эти персонажи, и «Черепашка Тортила», которую играю я. Я думаю, что будет вельми приятно. И, коли вы дозволите, я хочу повиншовать всех, дороженьки, с надходящим Новым годом. Приходьте, коли ласка. Я думаю, что усім будет цікаво. Казка – это мудрая речь. Это мы думаем, что казки – это так для детей. Они не только для детей, они для дорослых, но вот, может, и больше для дорослых. Там и казка «Буратино», и она была написана для детей, потому что в свет приходят вот такие вот буратины, которые будут проживать жизнь, не ведая, что их чекает. Их чекает вельми, вельми великие выпробования. И вот, когда это выпробование, кажут, круги всех этих выпробований прошел, вот тогда человек становится мудрым. У передновогодние дни Центр культуры Витебска запрошает погрузиться в магию самого довгочаканого свята под час казки-гульни для самых маленьких. Детям она обовязково подарит веру в новогоднее чараунство, а дорослым нагадает про той час, когда они чекали заповедных подарунков от Деда Мороза. А кроме того, в концертной зале Витебск гостей чекают книжные пригоды разом с героями истории Алмасведов. Это подорожье по самой великой библиотеке краины. В этом году, как и всегда, мы делаем две программы. Одна интерактивно-танцевальная для самых маленьких, это ребята от 3 лет. И она проходит в Центре культуры Витебска. Это такая вот настоящая классическая сказка с Дедом Морозом, с Бабой Югой, с хорошими и злыми. Ну, конечно, все хорошее побеждает в окончании. А в концертном зале Витебск мы поставили очень интересный, очень актуальный на сегодняшний день мюзикл, в основу которого вошел наш алмаз знаний белорусский. Это наша национальная библиотека. И герои этого мюзикла попадают в национальную библиотеку и начинают путешествие по разным книгам. Они здесь и узнают про нашу родную землю, они узнают про наши традиции, побывают в наших замках. Конечно же, есть сюжет добра и зла. Добро потом у нас не побеждает зло, а посвящает его в это добро. Порядка 50 представлений будет показано за эту новогоднюю кампанию. Более 13 тысяч детей посетят наши сказки. Новогодние представления, казки, мюзиклы и спектакли для юных жихаров Витебска подрыхтовали все установы культуры города. Сказочными героями новогодних шоу можно будет сфотографоваться, пообдыматься и навык станцевать.